Фототворений природы, которые прекрасны и пугающие одновременно. Вот как выглядит самка орхидейного богомола. А вот бухтовый гребешок. Синие – это глаза, и он плавает, что редкость среди моллюсков. А это рыба-парусник. Этой старой черепахе почти 200 лет. А это типичный житель Центральной Австралии. Из этого гриба, кажется, течет нефть. Это морской слизняк, посмотрите, какой он классный.